Дикие скричеры. Таинственный старец. Привет, друзья! Это я, Ринго! Сегодня я расскажу вам захватывающую историю про... Ух ты, как круто! Вам, наверное, интересно, что происходит. Сейчас мой друг вам все расскажет. Эй, выходи! Привет, друзья! Не думайте, что мой друг обычный Соня. Мой Endless Fire суперсильный! Сейчас я вам все про него расскажу. Только что он справился со страшным монстром, который на нас напал. Что думаете? Классно, да? Можно мне пойти спать? А? Эй, не спи! Тебе нужно справиться еще с одним. Кажется, это он сейчас со мной расправится. Так почему ты ничего не делаешь? Придумай что-нибудь. Что с нами будет? Нам конец? Спасибо, мои дорогие подписчики! Эй, осторожно, Ринго! Отлично, спасибо тебе! Хватит баловаться, будь серьезней! У нас здесь большие проблемы вообще-то! Я хотел разрядить обстановку! Это просто маленькая ящерица. Он совсем не страшный. Гектор! Эй! Не нужно дразнить его. Успокойтесь. Я просто хочу его приручить. Что ты мне сделаешь, а? Эй, подожди меня, братец! Быстро! Уходим отсюда! Эй, подождите меня! Ринго, Ксандер, что происходит? Отстань от нас! Эй, Зоя, ответь! Вы в беде? Нет времени объяснять! Папа, скорее на помощь! Выхода нет. Надо это сделать. Сделать что? Что? Смотрите. Эй, Зои, что с тобой? Притворимся спящими и обманем его. Не стойте столбом, ложитесь. Он ушел? Шш, не разговаривай. Ринго! Простите, я голоден. Кто ты? Ну... А где монстр? Стойте! Что вы здесь делаете, мистер? Хороший вопрос. Вы знаете, кто я? Конечно, не знаем. Тогда отгадайте. Первое – странный старец. Второе – счастливец, который выиграл путешествие в город на дне океана во время похода по магазинам. Третье – человек, который отвечает за этот город последние 200 миллионов лет. Что выбираете? Почему первое? Потому что вы правда странный. Третье, это третье. А? Правда? Этому древнему городу скричеров 200 миллионов лет. Я вам не верю. Мне исполнилось 200 миллионов и 72 года в этом году. О, правда? 72 года. И 200 миллионов! Ладно, ладно, как скажете. Это правда! Невозможно в это поверить. Это было 200 миллионов лет назад. Стойте, вы сказали 200 миллионов? Это эпоха древней суперцивилизации. О, ясно. Значит, этот старец такой же злодей, как Гектор. Это уже слишком. Что вы на это скажете? Нечего сказать? Ха, ну же, Ксандр, скажи, что я очень умный. Хватит напрашиваться на похвалу. Нужно найти возмущение энергетического поля. Да, может, здесь есть еще диски. О, это же диски трансформации. Вы видели такие диски? Даже если скажу, вы не поверите. Эй, мистер, не сердитесь, расскажите нам. Не знаю. Ну, пожалуйста. Хватит, это же написано на диске. А, правда?
Эй, это не так! Куда он делся? Он там! Расскажите нам! Не хотите говорить? Если вы нам не скажете, мы сами узнаем. Убегайте, оставив беспорядок. А? Что? Что такое? Хотите все так оставить? Смотрите, что вы сделали с городом. Эй, это монстр! Это он виноват! Мне все равно! Вы должны восстановить город! Пойдемте! Не обращайте на него внимания, мы ничего не сделали. Мне так грустно. Не могу поверить, что эти дети обидели такого старого человека, как я. Вы нас не проведете. Я знаю, где диски подзарядки. А, правда? Конечно. Но пока город настолько разрушен, я ничего не скажу. Но если кто-нибудь мне поможет его восстановить... Один раз вы уже обманули нас. Не волнуйся, Зои. Я плыву на помощь. Я почти на месте. Отлично! Готов! Такая работа по плечу, Шэдуиндо! Ему правда нравится. Мы очень устали. Ринго? Почему отлыниваете? Я не отлыниваю. Я просто сижу рядом с Эндлис Фаером. Ну все, хватит отдыхать. Вставайте, лучше помогите нам. Я... кажется, я знаю это место. Конечно, знаешь. Ты древний скричер, который охранял этот город. Но я не помню. Эй, не спи! Ринго, помоги нам. Нет, я голоден. Я очень хочу есть. Здесь нет еды. Ты такой капризный. Думал, это веселая прогулка. Эй, почему остановились? Здесь еще много работы. Торопитесь, если хотите найти диски подзарядки. Вы! Хватит командовать! Когда на меня кричат, я становлюсь забывчивым. Думаю, вам придется чуть дольше здесь поработать, пока я буду вспоминать... Это уже слишком! Где Ринго? Ох уж эти мальчишки! Наверное, они убежали, чтобы не работать. Ладно, нам придется убрать чуть больше. Это просто... Это же... Что там? Эти приборы еще работают. Что? Значит, город не был разрушен 200 миллионов лет назад. Как это... Да, очень странно. Нужно спросить старика. Где он? Куда он делся? В этом городе кругом одни странности. Да, например, монстры. Если они здесь, чтобы защищать город... Нет! Этот старик тут правда главный. Ксандр! Ксандр, быстрее! Ринго, что случилось? Что это? Брат, попробуй, очень вкусно! Нельзя это есть! Да ладно вам! Я сам все съем! Приятного аппетита! Я так хочу спать! Хочу вздремнуть! Я объелся! Я даже не могу двигаться! Ринго, ты знаешь, что ты ешь? Это морепродукты! Ты такой глупый! Это уже слишком! Я хотел есть! Ладно, не злись! Возьми, попробуй! Убери это! Отстань! Попробуй! Я не хочу! Отстань! Мне опять повезло! Я искал еду, а нашел вас, друзья! Не хочу! Больно! Что это за монстр? О ком вы говорите? Вы специально это сделали? Гектор, хочешь попробовать? Нет. Что ты себе позволяешь? Что ты делаешь? Неужели непонятно? Не кидайся едой! А ты кое-что умеешь. Ринго, быстрее! Атака скричера! Ладно. Стой! Мои диски трансформации! Пока я готовил, они были у меня! Ой, нет... Подождите, наверное, я их где-то потерял. Подождать? Ни за что! Атака скричера! Эй, так нечестно! Кулак! Трансформация! Тандерстар!
момент, уничтожь их! Нет! Гектор, я буду с тобой сражаться! Шэдоуин, задай ему! Почему вы убегаете? Покажите, на что вы способны! Где же они? Эй, ты! Куда побежал? Отлично! Так-то лучше! Мы тебя провели! Что? Получай! Атака Скричера! Кувырок! Трансформация Шэдоуин! Слишком медленно. Ксандр! Нет, сражаться здесь очень опасно для Ксандра. Не убегай! Здесь я могу сражаться на полную мощь. Не оправдывайся! Все равно тебе конец! Попробуй! Ты же Скричер! Сможешь ли ты со мной справиться? Я забыл, что здесь потолок. Какой позор! Так смешно! Шэдоуин, ты в порядке? Прикончи его! Стой, клоун! Не называй меня так! Ринго! Ксандр, я нашел их! Если бы я ему не помогла, он бы все еще плакал. Давай, Ринго! Победи его одной атакой! Угу, хорошо, брат! Хм. Атака Скричера! Что? Кувырок! Трансформация Endless Fire! Вы смеетесь надо мной? Thunderstorm, разберись с ними! Что мне делать? Ты справишься, Endless Fire! Атакуй в полную силу! Хорошо, я так выспался! Контратака! Нет, нет, я не могу! Как вам, а? Если хорошо питаться и спать, вы станете непобедимыми! Давай! Мы еще не закончили! Ура! Победа! Ринго! Молодец! Видите, когда я поем, я еще сильнее! Я тоже проголодался. Ха, идеальный напарник! Над чем вы там смеетесь? Я вам покажу настоящую силу Тандерсторма! Атака Скричера! О нет, диски подзарядки! Вода заполняет город, но медленно. Можете не утешать друг друга. На этот раз вам конец. Это снова тот монстр? Ха! Как раз вовремя. Вы утонете все вместе. Погибнем, если так будет продолжаться. Не страшно. У меня ведь пятерка по плаванию. Но прекрати, это совсем как другое. Хватит спорить. Как
как мне это нравится! Теперь вы в моих руках! Тандерсторм, быстрее, я не умею плавать! Зои, все хорошо? Спасибо. Наконец-то ты выплыл! Эй, уничтожь их! Есть! Давай! Атака Скричера! Шэдоуинд, он нацелился на тебя! Это плохо, я не могу пошевелиться! Глубинный торнадо! Шэдоуинд! Не может быть! Опять он! Принял удар на себя? Что происходит? Что вы там стоите? Используйте его спину как мост! Идите по нему и атакуйте! Ринго, нельзя упускать такой шанс. Покажи Гектору, на что ты способен. Положитесь на меня, Эндлесс Фаер! Есть! Атака Скричера! Нет! Давай! Урок трансформация Эндлесс Фаер! Вам повезло! Да! Мы победили! Благодаря ему! О, где же старец? Я здесь! А где монстр? А где старец? Я здесь! Не может быть! Монстр! Старец! Монстр! Старец! Эй, старец, где вы? Выходите сейчас же! Я здесь! Что? А, наконец-то вы догадались. Что здесь вообще происходит? Я говорил, я страж этого города. Мне нужны особые силы, чтобы защищать этот город. Теперь ясно. Но зачем вы нас пугали? Вы только что приплыли. Я не знал, кто хороший, а кто плохой. Теперь это не важно. Вы нам очень помогли. Древняя цивилизация действительно поражает. Я все еще не могу поверить, что монстр это вы. Хантер не должен освободиться. Для этого нужно, чтобы страж Скричер Эндлесс Фаер сражался в полную силу. Поэтому я отправил его на землю найти себе напарника. О, да, я вспомнил! Сейчас это уже неинтересно. Дедушка, но почему же вы нам сразу все не рассказали? Потому что вы мне не поверили бы. И я хотел посмотреть, что вы из себя представляете. У меня осталось мало времени. Значит, вы нас обманывали с самого начала? Успокойся. И каков результат? Мы прошли тест? Ну, можно и не говорить. Отлично! Не бойтесь, я пришел вас спасти. Почему вы так на меня смотрите? Город вот-вот разрушится. Быстрее! Нужно уходить, пока есть время. Стой, папа! Мы плохо искали в этом городе. Здесь еще могут быть диски подзарядки. Нет, у нас нет времени. Ваша безопасность превыше всего. Но... Не волнуйтесь, диски подзарядки, которые вы ищете, прямо перед вами. Дедушка! Уже 200 миллионов и 72 года. Это было так долго, но все в порядке. Наконец-то я нашел вас. Теперь я могу отдохнуть. Динго, я оставляю тебе свою энергию. Ты должен защитить мир. Что это? Диски подзарядки. Угольные диски подзарядки. Ринго, бери их. Это тебе подарок от старца. Не волнуйся, дедушка. Вернулся ни с чем? Ничего.
Игра только начинается. Появление нового союзника. Какой кошмар! Как же выплыть? Подождите-ка. Что это там? Отлично, лучше буду дрейфовать. Я чувствую, как мощная энергия проникает в город из океана. Может быть, это то, что нам нужно? Гектор, дай мне древний диск! Расслабься! Поздороваемся со скричергонщиками. О! Брат, смотри! Батл Сити такой большой! Вам повезло, что у меня сегодня хорошее настроение. Думаю, мы можем прогуляться. Какая пробка! Все машины стоят. Кажется, мы надолго здесь застряли. Тогда выходим и идем пешком, иначе мы опоздаем. Спасибо, Хоуи. А вы двое? Предупреждаю вас. Даже не думайте потеряться. Все понятно? Эй, Бинго! Куда ты? Что еще? Я просто хочу что-нибудь съесть. Забудь. Слушай меня, нам туда. Отлично. Следующий. И еще один. На этом этаже еще несколько магазинов. Когда закончатся все эти магазины, мы работаем носильщиками. Я устал. Я больше не могу. Я хочу есть. Или я устрою забастовку. Ладно, успокойся. Мы сходим еще в тот магазин, а потом мы пообедаем. За мной. Почему стоите? Хочешь еще что-то купить? Давайте быстрее. Ой, странно. Неужели я усну? Где я? Что я здесь делаю? Ой, у меня такое чувство, что я забыл что-то очень важное. Ой, не могу вспомнить. Ходить по магазинам Зои тяжелее, чем участвовать в скричер-баттлах. Хорошо, что мне удалось сбежать, иначе я бы не поел этих вкусных пирожков. Интересно, как бы мне найти древнего скричера? Это же... Не может быть, это и просто невероятно. Что? Котенок? Я думал, ты скричер. Я упал? Странно, что я здесь делаю? О нет, я не могу вспомнить. Не может быть! Нет, не может быть! Такое совпадение! Неужели это тот древний скричер, которого мы ищем? Он уезжает! Стой! Ладно, просто покатаюсь тут. Стой! Не уезжай! Стой! Простите, извините, извините! Стой на месте! Не уезжай! Эй! Нашла! Когда я это куплю? Посмотрим, смогут ли они и дальше устраивать беспорядок в моей комнате. Что она сказала? Shadowhand, мне кажется, она говорит про черепашку, которая тайно живет у нее в комнате. Зои, если ты еще что-то купишь, у меня отвалятся руки. Давай позвоним профессору Уилбуру. Нет, ни за что. Я не хочу, чтобы папа нашел их в моей комнате. Кого? Никого. Не твое дело. Где Ринго? Куда он убежал? Нет, я его не вижу.
Я не могу ничего вспомнить. Я так устал. А? Это же... А? Кажется, это стоянка для скричеров. Отлично! Я встану здесь и немного посплю. Дедушка, я выбрал. Я хочу эту. Она лучше всех. Бери, конечно. Что происходит? Он хотел есть. Думаю, он убежал, чтобы что-нибудь есть. Нужно скорее его найти. Вспомнил! Я приехал сюда, чтобы найти кого-то очень важного для меня. Но кто этот человек? Откуда я знаю, что он здесь? О, нет, я все равно ничего не помню. О, моя машинка! Я не понимаю, что это? О, моя машинка! Ребята, здесь случайно не проезжал древний скричер? Древний скричер? Что? Ринга, о чем ты говоришь? Ты нашел древнего скричера? Да! Сначала я обратил внимание на бегущего кота, а потом увидел скричера. Я попытался его догнать. Чувствую, мы с ним будем отличной командой. С каких это пор интуиция тебя не подводит? Нам надо его поймать! Хорошо, я поеду в ту сторону. Ксандр, а вы поищите там. Я с тобой! Вперед! Да! Ла-ла-ла-ла-ла! Я его нашла! Ксандр, сюда! Хорошо. Подожди! О, нет, что ты делаешь? Не уезжай! Стой! Ксандр, дай сюда покупки! Я чувствую, он должен быть где-то рядом. Вижу, там! Или нет? Сюда! Ой, здесь так жарко! Странно, почему я все еще здесь? Эй, я не понимаю, что вы говорите! Они кого-то преследуют. Откуда столько котов? О, что случилось? О, нашел! Это он! Так, я сейчас. Не думал, что ты меня так быстро поймаешь. Эй, не тряси так, мне больно! Эй, стойте! Берегитесь! Ринго! Не кусать его! Скричеры невкусные! Отпустите его, ясно? Ладно, придется вас прогнать. Если вы его отпустите, я дам вам эту вкусную сосиску! Что, тебе мало? Тогда забирай их все! Я тебе все дам! Ринго решил поделиться едой? О, как мило! Что ты говоришь? Проголодался, да? Тогда дай мне скричера! Не думала, что он умеет договариваться. Битва за еду закончилась. Как ты себя чувствуешь? Ты в порядке? О, хорошо, я Ринго, а ты? Ринго, да? Я Эндлис Файер. Эндлис Файер? Мы нашли древнего скричера. Молодец. Все это очень трогательно, но я должен вас отвлечь. Что? Сузуку? Мы зафиксировали возмущение энергетического поля на дне океана. Это древний город скричеров. Стой! Зачем ты тут прятался? Привет! Я тоже здесь. Отправляемся. Я здесь, чтобы вас забрать. Слезайте!
Ринго, это еще не все. Впереди тебя ждут еще более интересные приключения. Он такой позитивный. О, нет, я не купила самое важное. Эти двое точно разнесут мою комнату. Кошмар! Да! Класс! Зоя сегодня нет дома! Она не сможет нас отругать. Сегодня мы отлично повеселимся. Как здорово! Нет, 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 нужно что-то придумать. Если папа узнает, он очень расстроится. Меня зовут Фрэкчур. Пожалуйста, научи меня тому, что знаешь, Эндлис Фаер. Я Фрозен Сноу. Кстати, Эндлис Фаер, ты из какого рода скричеров? А? О чем вы? Место, где ты проснулся. А, это... Простите, я забыл. Эй, я готов. Когда нырнем, давай ловить рыбу и потом сравним, чья будет больше. Хорошо, по рукам. Профессор, мы почти у самого эпицентра. Отлично. Тогда чего мы ждем? Вперед! А, нет, здесь нет никакого древнего города. Правда? Сказали же, что город на дне океана. Поэтому отсюда ты его не увидишь. О, да. Мы собрали много данных, которые нужно проанализировать. Придется провести расследование, чтобы разгадать тайну города скричеров как можно скорее. Я должен остаться здесь и помочь Сузуку. Поэтому на исследование этого древнего города вы отправитесь втроем. Не волнуйтесь, я буду с вами на связи во время вашей экспедиции. Спуститесь на батискафе, я буду помогать вам отсюда. Думаю, вам пора. Да! Мы справимся! Пойдем, Эндлис Фаер! Батискаф, давайте! Мое первое путешествие на батискафе. Наверное, тебе очень интересно. А? Зои, вот он, древний город. Нам нужно внутрь, да? Хоуи, продолжим движение. Да, я понял. Так, вперед. Это правда очень древняя цивилизация. Хотя город на дне океана, нет следов разрушения от воды. А, смотрите, там вход. Ух ты! О, странно, папа все еще не связался с нами. Ладно, давайте разделимся. Ксандер, туда. Ринго, ты туда. А, почему она командует? Не спорь. А? Как странно. Такое чувство, что я здесь уже был. О! Ринго, здесь тропа. Быстрее, зови остальных. О, ты нашел путь вниз? Молодец, Эндлис Фаер. Стой, тропа, которую ты нашел, слишком опасна. Думаю, у нас нет выбора. Здесь нет другого спуска. Так что вперед, все за мной. Опять она командует. Эй, будьте осторожны, не поскользнитесь. Я не хочу, чтобы кто-то получил травму. Эй, не волнуйся! Как мы... Ринго, что я говорила? Почему от тебя одни неприятности? Я не виноват. Хватит спорить. Это все ты виноват. Нам пора отправляться на поиски. Я не виноват. Перестаньте. Ты виноват, да? Что это? Кто это такой? Эй, откуда ты? Отвечай. О, хватит. Думаешь, он тебе ответит? Раз он не отвечает, значит придется вступить в бой. Отличная мысль. Вперед, Шэдоуин. Атака скричера! Новый рок! Трансформация! Шэдоуинд! Получай! А? Как это? Нет,
Он как из брони. Слишком прочный. Но не думай, что я так просто сдамся. Удар! Нет. Опять? Он слишком сильный. Думаю, нам нужно больше огневой мощи. Ксандр, готовь диски. Давай нанесем ему сокрушительный удар. Хорошо. Смотри на меня. А? Что такое, Ксандр? Зои, я не могу найти диски. Мне кажется, мы их потеряли, пока спускались. Что? Нет. Уйди с дороги, ты мешаешь! Шэдоуинг! Там мои диски трансформации! Почему твой диск в этом древнем городе, Endless Fire? А как ты думаешь? Ну, говори уже. Потому что я страж этого города. Что? Я наконец вспомнил, что когда проснулся, кто-то сказал мне ехать в Баттл-Сити. А? В Баттл-Сити? О чем ты говоришь? Чтобы я нашел напарника, который бы разбудил мои силы справедливости. Что? Напарника? Ха! Я знал! Интуиция меня никогда не подводит. Давай, Endless Fire, атакуй! Прости, я устал так много говорить. Нет, ты еще ничего не сделал, а уже устал. Ты должен был атаковать и проявить себя. Как ты можешь? Ведешь себя как капризный малыш. Ладно, я попробую еще. Вот это настрой, атака Скричера! О, нет! Где твои диски трансформации? Я их не вижу! А? За монстром! А? Почему он там? Нужно отвлечь монстра и достать диск! Смотри! О, смотри! НЛО! Наш шанс! Атака Скричера! Курок! Трансформация! Endless Fire! Молодец, Endless Fire! Давай, Endless Fire! Покажи этому монстру! Подожди, Ринго! Endless Fire, почему ты остановился? Атаки Шэдоуинда не увенчались успехом. Придумай что-нибудь получше. Что-то мне захотелось спать. Стой, Endless Fire! Не смей спать! Я думаю... Я сейчас скажу, что делать. Ну, пожалуйста, проснись! Думай, думай! Есть! Раз фронтальные атаки бесполезны, заходи сзади! Да! Сейчас! Получай! Исчезни! О, класс! Какая мощь! Точно! Endless Fire, ты молодец! Нет, это все ты! Ринго, хорошо, что ты мой напарник! Endless Fire! Пожалуйста, научи меня еще чему-нибудь! Я утомился! Ты как старый дедушка! Отличная шутка, малыш! Нет, этот Endless Fire. Кажется, сюда идет кто-то другой. Пора уходить. Верно! Это Гектор, самый сильный скричер-гонщик в истории. Что вы на это скажете, испугались? Ха, немного поздно, но мы все равно здесь. Молодец, Ринго! Да, спасибо! А? Теперь мы можем сражаться вместе. Что ж, нет? Притворяются, что они не видят меня и тебя, братец. Ты снова здесь? И он такой большой!
Идеальные напарники! Ну, что думаете? Вам нравится это место, да? Я вам покажу. Здесь у нас так много разных находок. Находок? Да. В основном это артефакты древней суперцивилизации и реликвии древних скричеров. Теперь мы будем искать их вместе. Что? Я не говорил, что хочу помочь. Правда? А если я угощу вас чем-то вкусным? Здесь есть какие-то вкусности. Я готов. Я знал, что вы согласитесь. Теперь мы отправимся на поиски приключений вместе. Конечно, будет много вкусной еды. Я хочу много мороженого. О, кстати, я только что говорил с вашими родителями. Что они сказали? Они просили не давать Рингу много мороженого. На основе наших предыдущих исследований мы поняли, что древние скричеры и современные скричеры очень отличаются друг от друга. Это касается древних дисков, которые они используют? Да, когда скричеры атакуют, им нужно использовать диск трансформации. Мы все это знаем. Не перебивай, Ринго. Ладно. Древние диски трансформации сделаны из энергии, которой больше не существует. Кроме механической энергии, используемой скричерами, существуют также диски подзарядки, которые дают дополнительный заряд энергии. Чтобы атаковать? Да. Нам требуются два похожих диска для того, чтобы сражаться. Может, пойдем уже есть? Я же говорю о серьезных вещах. Но я очень голоден. В общем, возможность использовать диск подзарядки определяет исход битвы. Помните об этом, друзья. Значит, наше решение будет иметь больше вес, да? Ксандер, ты схватываешь на лету! Ринго, тебе следует брать пример с брата. А? А где Ринго? Куда пропал проказник Ринго? Как он мог просто уйти, пока мы разговаривали? Может, он улизнул, чтобы перекусить? Неужели ты просто уснул после еды, а? Ты специально! Еще бы чуть-чуть. С тобой надо держать ухо востро. И не говори. Ты разговариваешь во сне? Ты такой странный. Что такое? Не понимаю, почему ты кричишь? Ты меня напугал. Чтобы быть здоровыми, людям нужно спать после еды. Как животным? Вперед! Атака скричера! Прости, я думал, что если буду метать быстрее, тебе будет легче поймать второй диск подзарядки. Послушай, Ксандер, если трансформация не получится, мы вообще не сможем сражаться. Даже если это тренировка, мы должны относиться к ней серьезно. Прости, Шэдоуинд, я слишком легкомысленно отнесся. Продолжай и сосредоточься. Давай еще раз. Ксандер, смотри на меня, когда бросаешь диск подзарядки. Да! Вперед! Атака скричера! Что? Нет! Помни, в битве может случиться непредвиденное, и поэтому мы должны чувствовать друг друга. Ты должен предугадывать мое следующее движение как можно точнее. Предугадывать движение? Только так мы настроимся на одну волну и сможем добиться успеха. Ладно, попробуем еще раз. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Шэдоуинд, что ты делаешь? Атака! Не стой столбом! Я же просил предугадывать мои действия! Прости, Шэдоуинд, я не справился. Кажется, мы плохо друг друга чувствуем. Не волнуйся, надо просто больше тренироваться. Спасибо, Шэдоуинд. Я буду очень стараться. Конечно, трудности нас не остановят. Да, напарник? Да, мы лучшая команда. Давай сражаться вместе, Шэдоуинд. Ринго! Ксандер! Я голоден! О, Ксандер, так вкусно! Ковы, я и не знал, что ты так хорошо готовишь. Можно добавки?
Ринго, ты уже съел несколько тарелок. Ешь сколько хочешь. Я знал, что Ринго трудно накормить, поэтому приготовил побольше. Сандер, если хочешь, тоже бери добавку. Очень вкусно! Мне все равно. Вести космический корабль или готовить. Я всегда рад помочь. О, здорово. Чуть не забыл, друзья. На Южном полюсе обнаружено возмущение энергетического поля. Возможно, еще один древний город скричеров. Нам пора. Да, да, конечно. Подождите, можно я сначала доем? Что такое? А где папа? Он рядом со мной. О, да. Мы сейчас в самолете. Куда вы летите? Отдыхать. Что? Разве вы не отправились помогать профессору Уилбуру? Мы решили воспользоваться возможностью и немного отдохнуть. Да, класс! Могу делать, что хочу! Ринго, я уже попросила профессора присмотреть за тобой. Не ленись и делай уроки. Что? Нет! Ладно, нам пора. Хочешь превратить мою комнату в аквариум? А? Что? Кажется, это Зои. Разве не весело? А? Чей это голос? Хватит баловаться! Возвращайся в аквариум, быстро! Аквариум? О чем она? Прекратите немедленно! Вас могут увидеть! Пусть увидят! Что такого? Он прав. Просто скажи о нас профессору Уилбуру. Я не хочу, чтобы меня ругали. В общем, я вас предупредила. Сидите тихо и не балуйтесь. Что случилось? С кем ты разговаривала, Зои? Ты от нас что-то прячешь? О, нет! Ничего? О, ребята, вы готовы? Нет, не готовы. Тогда поторопитесь. Что это с ней? Ох, надеюсь, они ничего не видели. Лучше бы нас увидели. Тогда нам не нужно было бы прятаться. Это вы виноваты. Шаркоид, Уэйв, быстрее все увидите. Двигатель работает нормально, пункт назначения выбран. Отлично. Тогда полетели. Есть. Холодно! Я замерзаю! Почему на Южном полюсе так холодно? Ужасно! Братец! Спасибо! Я чуть не превратился в сосульку. Мы уже давно идем. Где же древний город Скричер? Братец! Спасибо! Хорошо, что ты рядом, Тандерсторм. Это все Рошен виноват. Он сказал, что здесь была энергетическая волна, иначе нас бы здесь не было. Опять! О, это Южный полюс. Здесь только лед и больше ничего. Да, профессор, древний город Скричеров точно здесь? Согласно исследованиям об изменениях в литосферных плитах Земли, существует вероятность, что город может быть здесь. Кроме того, мы обнаружили, что возмущение энергетического поля здесь очень сильное. О! Эй, почему ты роешься в моих вещах? Что? Ты думаешь, искать древние города так просто? Ты даже взял с собой зубную щетку и подушку. И вот это. Стой! Зачем он взял сковородку? И если я не ошибаюсь... Неужели ты надеешься поесть тут горячей еды? Зои, здесь так холодно. Разве неприятно будет поесть горячий обед? Кому захочется есть горячее в такое время года? Ладно, если не любишь горячую еду, так бы и сказала. Тихо! Эпицентр энергетического возмущения. Почти прилетели. Как же здесь холодно. О чем ты? Мне вполне комфортно. Потому что ты машина. Сузуку, прием. Слышите меня? Да, слышу громко и четко. Это Зои, прием. Все в порядке. Эй, Сузуку, ты ведь не любишь холод? При чем здесь? Я же в корабле, поэтому не простужусь. Кажется, ты все правильно поняла, Зои. Хоуи, что за глупости? Нашли! Это действительно древний город Скричеров! Очень холодно! А, что случилось?
Ринго, твой нос! Что это с тобой? У меня сопли замерзли. Ты очень смешно выглядишь. Чувствуешь? Нет, сюда. Нет, должно быть здесь. Зои, в каком направлении нам идти? Кажется, нам туда. Профессор, что это? Если не ошибаюсь, это запечатанная капсула, созданная древней суперцивилизацией. Это похоже на ловушку. Это технология древней цивилизации. А? Где Shadowwind? Что? Он исчез? Профессор, я должен его найти. Слишком опасно. Мы в древнем городе. Ты взял диски? Конечно. А что? Я попросил Сузуку установить передатчик на твоем диске трансформации. Так мы сможем отслеживать твое местонахождение. Но ты должен быть осторожен. Понял. Ринго, пойдем. Сюда? Так. Shadowwind! Отзовись, Shadowwind! Надеюсь, он в порядке. Ксана! Да? Что такое? Ничего, я просто вижу, что вы с Shadowwind'ом хорошо сработались. Ну, думаю, да. Разве не так? Ты только недавно с ним познакомился, а уже так о нем беспокоишься. Уверен, Shadowwind чувствует то же самое. Правда? Спасибо, Ринго. Почему ты плачешь, Ксана? Нет, ничего. Прости, Ринго. Не сдержался. Ты, твои сопли такие смешные. Сахар! А, вот. О, нет. Появилась тепловая сигнатура. Она приближается к Ксандеру. А? Это Гектор. Быстрее, скажите профессору Уилбуру. А? Что? Не может быть! А, какая встреча! Гектор! Наверное, это судьба, раз мы с вами встречаемся так часто. Что нам делать, Ксандер? Shadowwind'а здесь нет! Эй, это не так. О, ладно. Что? Любимого защитника сегодня нет? Что ж, похоже, у вас проблемы! А! О, нет! Атака Скричера! Зачем вы так? Бежим! Быстрее! Эй, стойте на месте! Что ты сказал? Здесь Гектор? Но Ксандер не нашел Shadowwind'а. Я нашел диски, они здесь. Что это? Эй, стойте! Стойте! Ксандер, он догоняет! Shadowwind, где ты? Стойте! Ксандер! Ринго! Гектор! Отлично! Так интересней! Ты нашел Shadowwind'а? Пока нет. А? Как нет? Это очень плохо! Летим! А? Летим? Куда? На помощь, конечно! Игра кончились! Давай! Атака Скричера! Уничтожь их всех! А? А! Shadowwind! Thunderstorm! О, нет! Что такое? Shadowwind, где ты пропадал? Ксандер, давай сначала с ним разберемся, а потом поговорим. Хорошо, понял! Где мой диск трансформации? Давай! Нет! Атака Скричера!
Кувырок трансформация Шэдоуи! Ха! Тандерсторм, давай-ка вместе! Тандерсторм! Помоги, брат! Атака Скричера! Кувырок, трансформация, Тандерстарм! Как такое возможно? О, брат, он становится сильнее! Ха! Он все равно проиграет! Потому что у нас есть это! А? Диски подзарядки? Брат, чего мы ждем? Уничтожь их! Сандер, давай тоже используем диски подзарядки, чтобы победить! Вот почему тебя так долго не было. Где ты их нашел? В сердце древнего города. О, пора узнать, кто победит. Гектор! Да, я и так знаю, уничтожь их, давай же! Есть! Атака Скричера! Атака Скричера! Вперед! Уничтожь их одним махом! Смотри! Что? А? Не используй диски подзарядки. Эй, не уезжай! Тандерсторм! Тандерсторм! Глубинный торнадо! Тандерсторм! Что ты сделал? Братец, но ты же просил атаковать их! А! Значит, я виноват! Попробуем еще! Сандер, вспомни нашу тренировку! Тренировку? Необходимо чувствовать друг друга. Ты должен как можно точнее предугадывать мои следующие движения. Предугадывать движения? Только так мы настроимся на одну волну и сможем добиться успеха. Точно! Я должен предугадывать следующее движение Шэдоуинда, чтобы сражаться как единое целое. Вам не выиграть этот раунд! О, опять! Думай! Что бы дальше сделал Шэдоуин? Атака Скричера! Стреляй в них! Пора! Он сам что-то задумал! Отлично! Ничего себе! Он правда поймал! Идеальный момент! Громогласный рейк! Невозможно! Нет, нет, брат, он слишком силен! Как такое? А, что это? Древний энергетический диск? Нам так повезло! Не до смеха! Бежим, брат! А, ты прав, Тандерсторм! Он все равно у нас! Что они с собой взяли? Молодец, Ксандер! Спасибо! Я же говорил, вы отличная команда! О! Что случилось? О! Что происходит? Привет! Давно не виделись, Ксандер и Ринго! Рошан? Он что? Рошан? Как это возможно? Да, это я! Разве мы, космические войны, не победили тебя? Я же правитель космоса Рошан! Неужели вы думали, что так легко со мной справитесь? Когда вы начали финальную атаку, я использовал ваши силы, чтобы создать межгалактический канал и прилететь на Землю! От тебя сложно избавиться! Рошан, что ты хочешь? Вселенную. Я хочу управлять Вселенной! О, даже не думай! Что он держит? Роша! Чайку! Профессор! Друзья, мы целы! Хоуи! Мы спасены! Молодец, Хоуи! У
Удивительно, что Рошан все еще жив. От него правда сложно избавиться. Скричер-гонщик и Рошан. Не могу поверить, что они объединились. Все в порядке, профессор. А? Мы их обязательно остановим, да? Да, конечно. Вот именно. Мы с вами, Стражи Земли. Вместе мы справимся, Шэдоу. Да.